большое спасибо людям, которые помогали мне дойти до этого результата. Здорово, ребят, с вами Ставр, и это снова «Остаться в живых», и уже в этой серии сборная России может вылететь с проекта. Да, это действительно так, если мы уже в следующем матче не забьем хотя бы один мяч. Сборная России улетает с проекта. Поехали. Ну, туда, вперед. Смолов. Здорово. И по центру. Здесь врываемся. Можно забивать. Широков, давай. Ай-яй-яй, Лопес сейвит от Широков. Гол! Есть 1-0. Поехали. Рома, капитан, до конца доработал. И мы вышли вперед. Очень важный гол. Мы уже не вылетаем после этого матча. Спасибо, Рома называется. Доборолся. Вот она, отдача. Хорошо, парни. Минус 2. Минус Смолов. А вот сейчас шанс. В ближний. Да, ну наконец-то. Хоть сквозь руки его пробили. 2-1. Федя Смолов забивает. Сквозь Лопеса все равно еле-еле, просто зажав посильнее удар, мы пробили эти волшебные руки. Наконец-то. Федя, с почином тебя, вроде как первый гол за этот проект, за эту сборную. Смотрим еще раз. Удар. Ну да, просто Лопес готов был опять спасти соперника. Вообще сразу забивать голы и... Отлично! Шахин, поехали, 1-0. Говорю, все у нас будет замечательно. Сегодня с самого начала нам начало вести, и Шахин забивает первый мяч. Очень легко, на самом деле, как-то я забил. Лево прошел, пас, центр. Все, Шахин уже... может завершать. Пальцев вверх больше, чем я просил. Я делаю. Я выполняю свое обещание. Ванап на карточку Райли из Шотландии, который, ну, прям один в один лицо мое. Смотрите сами. Прострел низом нужен. Опа! Вот она! Поехали! Здесь дебют у меня в этом ванапе. 1-0! Yes! Теперь мяч! 1-0! Поехали! Поехали! 1-0! Саня, 3-0. До свидания. Это до свидания. Это уже не отыгрывается. 8 паков осталось, поехали, испанский язык. МДК закрывать, что думаешь об этом? Мне все равно, я на него не подписан. Да ладно, первый же пак! Первый же пак на испанском языке! С вами был Ставр, до скорой встречи, пока. Всем вам говорю сразу спасибо всем, всем абсолютно всем, кто сейчас меня смотрит. Потому что каждый, кто сейчас смотрит меня, сделал вклад в то, что сейчас есть видео для вас, ребята. Надеюсь, оно вам понравится. Писал свой первый ролик по FIFA 13. Да, свой первый ролик по FIFA 13. Тогда вышел FIFA 13, я решил открыть новый канал. И этот канал был по FIFA. Я играю против Глора Реала Мадрида. Финито. Тот самый Финито у нас в серии получается. Выиграл я, выиграл он. И сегодня, сегодня решится точно, кто из нас сильнее FIFA 14. Приступим. Приступим. Офсайда нет. Что? А зачем флажок? Зачем флажок? Добивай пустые рамы! Гол! Первый пошел! Абсолютно нечего терять. Вот. На, получи. Кисайский заброс получи. Понял? Финито. Финито. Ну как? Ну что это за... Ну! Ну гол! Гол! Спасибо, я-я, Туре! Да! Yes! Отлично! Просто замечательно! Всем привет, ребят, с вами Акул, и сегодня мы играем дорогу к первому дивизиону, ребят. Убирай! И в дальний! Ааа, добивай, Марсиаль! Да! Да! Удар! Да! Два! Мать его, в ноль, ребята, просто отписка! Давай! 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 Да, сука! Шевченко лучший! Давай! Хорошо! Эриксон! Ага, первый пошел. Офиг! Да! Это гол! Я подумал офсайд, но это гол! Марсиаль! Дави! Марсиаль, добивание! Да! Третий гол!
Всем здорово, ребят, с вами, как обычно, Серёга Креатив, и мы находимся в донном месте. Это FIFA Ultimate Team, это донышко АФК, и я рад снова всех вас здесь видеть. Что нужно было сделать? Я не знаю, ребят, я просто не понимаю. За желтую там дал ему или что, но... Это твой шанс забить Дахея. Твой шанс забить Дахея. Опять! Опять возвращается мое невезение в пробитии пенальти. Сходить! Евгений Коноплянка! Евгений Коноплянка все-таки распечатывает, мы исправились. Коноплянка в дебютном своем матче показывает, что все не просто так в этой жизни. Сюда на Коноплянку. Коноплянка, нужен хороший прострел. Удар! Иньеста! 2-0! Ну, и бить Брума! Заканчивать! Есть! Ненавижу, когда лицо как у китайца. А, привет, ребят. А вот это пас! Пас на загляденье! Да! Подарил нам, можно сказать. Лойс Адриано, тяжело. Тяжело, мать, выдаются голы здесь. Глаз Коста. И туда. Ой, какой пас. И же. И он же есть. Же есть, ребята. Вот здесь никто не пожал. В данном случае все были благородные. Всем здорово, ребят. С вами Серега Креатив. Ну, все как по старинке, ребят. FIFA Ultimate Team, донышко FC. И я у руля команды, естественно. Лойс Адриано выкатить. И с касания. Да! Вытаскивай! Соси! Банан! Есть! Скип, мать его, сработал! Ребята, танцуем! Боже мой! Серег, удачи в пак, 26 рублей. Так. Про Овку мы с вами, ребят, читали. Что? 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 Ёбаный шашлык! Что нахуй происходит? Ёбаная тётя. Всем привет, дорогие друзья, с вами Панда FX, и сегодня, скорее всего, у нас будет... Кошу, как ты меня пугаешь. Всем привет, дорогие друзья, с вами Панда FX, и сегодня у нас на канале будет, скорее всего, финальная серия у Анапа за Стивена Джерарда. Стивен Джерард на Фаулера, Робби Фаулер. Робби Фаулер! Блять, уже надо было забивать нам, но Робби Фаулер, к сожалению, не ударил так, как мне хотелось. Так, отлично, отлично, это должен быть гол. Это должен быть гол! Робби Фаулер, красавец! К сожалению, в этой атаке не участвовал Стивен Джерард, поэтому тут ничего засчитывать не будем. 1-1, 43-я минута. 3-2. Давай, Фаулер, открывайся. Фаулер, о боже, почему? Потому! Хендерсон, 3-3! Фух, наконец-то мы забили, 82-я минута. Оуэн, забивай! 4-3! Камбэк, блядь! Ой-ой, вот это раскат! Все! Все, чуваки! Это 5-3! Это наикрасивейший камбэк от игроков Ливерпуля! Это финал! Некоторых защитников Майкл Оуэн. На Стиви Джи! 1-0! Стивен Джерард забивает уже в этом матче, это несомненно меня радует. Я очень хотел, чтобы Стивен Джерард забил, и он вообще абсолютно без труда как-то забивает. Давай, Оуэн! Красавец! Забегай, Суарес, решай! Браво! Красавчики! Опять камбэчим, чуваки! Офсайд был? Офсайда не было! Все! Это конец! Это победа! Луис Суарес, красавчик! Где ты там? Вот я тебя вижу, Санчес! Санчес, сложный замах! Санчес, удар! Буффон тащит! Ну! Уолкет! Ой, блядь, какой Уолкет, блядь? Это... Уолкет! Уолкет на СТ забивает. Давай, Уолкет! Блядь, опять я говорю Уолкет! Почему я говорю Уолкет? Я не понимаю. Но мяч остается у нас! И 2-0! Сосать, блядь! Понял, Аку? Лежать, точнее.
Можешь уже вытаскивать белый флажочек и махать им. Блять, это что за говно происходит? Что-то мои защитники как-то по-ублюдски стали играть во втором тайме. Ой-ой-ой, вот это ты зря сделал. Да ладно! Да ладно, это Златан и Брагимович второй ебанутся! Охуеть, вы это видели? Блять! Это Златан и Брагимович номер два! Охуеть, я просто в шоке! Что он забил? Это же просто... Это реально второй Златан Ибрагимович. Охуеть! Ебанутся просто! Сорс! Ебать, чуваки, 93 Сорс! Сорс! Эдыхи, Куртуа! Да! 1-1! Получи! Аджал! Вот так! Получи от Аджала! Хорошо! Козлов! Герой этого выпуска уж точно! Пробегай! И делает! 3-2! На 84-й минуте! Добрый день, дорогие друзья, любители футбола! Сегодня у нас вадер матч против Акулы. Акул думает, что возьмет у меня реванш. Зрители считают, что мне хватает 5-0 в ноябре. Налево! Налево будет удар! Да! Да! 1-0! Ну-ка, нужно навешивать. У! Сразу горь, какая на третьего штанга! Гол! Забивайте! Да! 2-0! На 41-й минуте! Смотри, какая сначала комбинация была! Рами! Рами, давай забивай! 3-1! Я тут сидел, блин, молчал, но можно здесь уже поорать! 3-1! Это заявка на победу, мать твою! 1 миллион мой! Акул, потренируйся еще 3 месяца где-нибудь и пиши заявочку. Может быть, еще раз с тобой сгоняю в вадер-матч. Но пока отдохни. С наступающим тебя поздравляю я. Дай мне, пожалуйста, 1 миллион монет в подарок перед Новым годом. В драфте 2 легенды. Первый соперник. Габор Д86, ты понимаешь, что ты просто попал? О, у нас с собой была одинаковая форма. Это Рэмси, точнее. 1-0. Третья минута. Ставим на колени первого соперника. Рэмси пробил ближний угол. Ошибка! Это, ух, какой пас получился! Это 2-0! Я хочу за нее забить. Давай, братан! Давай, братан! Опять ближний. 3-0! Старич! 4-0! И борьбу! Обработка мяча 5-0! Ошибка соперника. Защита! Да, защита просела наконец-то. Старишь защитника. Не знаю, зачем, конечно, упал защитник. Тем временем 2-2. Сюда пасец, Люнберг. И Люнберг, твою мать, 3-2. Раскат. И здесь на Старижа. И Старидж через себя. Да, блин, надо было забивать сразу же. 5-2. Со скока, с добивания забиваем. Дальше, да, бьем. 6-2. Опять шестерка отгружаем. Все! Вильям, ну-ка, ну-ка, и... Сергей Никифоров! Гаррет Бейл, финал может поставить точку в этом потенциальном удар! Да! Сергей Никифоров едет в Париж, друзья! Великолепно! Отлично!